Всем привет! Мойка в 2014 году открылась. Это тогда это был не Косинукай, а Караута. Вот есть такое видео у меня. Первая розыкненская мойка самообслуживания. Но у нее был большой недостаток. Это был всего лишь один шланг без пены активной. И вот теперь оказалось, что здесь модернизация прошла. Случайно это все дело заметил, но вот сейчас мы это дело и обозрем. Вернее, побозреваем. Всем привет. Короче, мы сегодня на этой мойке, которая в Северном районе, на въезде в город. Я живу рядом, и она самая первая мойка. У меня на канале было видео про эту мойку. Это самая первая мойка. Я с удивлением обнаружил, что здесь поменялись краны. Тут был один, самая первая, самая старая, но зато она была первая. А сейчас, смотрите, я увидел, плиточку поменяли здесь. 5 минут, 50 центов, 5 минут. Нехило, потому что я помню, первый раз я тут закидывал еврик, по-моему, 3 минуты за еврик я всего чистился. 3 минуты, а сейчас 5 минут, сколько? 5 минут, 50 центов. Ну, что-то изменилось. Я смотрю, тут модернизация какая-то, а я живу тут совсем рядом. Сейчас проверим, сколько она. А сейчас... Давайте еврик закидываем и пытаемся. Ого, 2,40. Это так, делаем вывод. Смотрите, активная пута, синий крас. Разница 30 секунд. Новые пистолеты, новые шланги. Так, активная пена. Ждем активную пену. Ого, пошла пена. Блин, пахучая, розовая. Розовая пена, круто. Круто, круто. Ну, короче говоря, если кто не в курсе, а я думаю, многие не в курсе, я сам неожиданно удивлен, что у меня около дома на въезде с западной стороны Питера, как въезд кольца Питера, голубая пена, новая мойка. Ну, вернее, мойка-то старая, но она после ремонта. Сейчас все изменилось, свежая пена. А? Какая пута, зылу пистолет? Пута зылу, я. Пара сарковец. Ну вот, короче, приятное удивление. Ой, я уже увлекся. А, кстати, санитайзер. Санитайзер, так. По сути, я выбрал бы то, которое рядом с домом, на самом деле. А у меня рядом с домом это. Ну, а сейчас, когда появились новые вот эти пистолеты, новые, смотрите, не, нормальное давление, все, супер. Пылесос меня особенно удивил. Я помню, я тут пылесосом, блин, плевался за еврик 3 минуты. Но это уже давно было, это поначалу, открытие тогда. Ну и пока я там мой мануал, создалось у меня впечатление, что как-то много секунд здесь. А поэтому решил определиться с другими мойками, сколько секунд на каждой мойке. И в принципе, да, в основном везде все одинаково. Там где-то минус 2 секунды, в основном одинаково везде 140 секунд. Но вот на этой мойке около моего дома, так скажем, в Северном, самое большое количество секунд. Для кого-то, может быть, это важно. И вот дальше решать вам. Знаете, еще что обнаружил? Смотрите. Так. Весь тыкву. Шкидрумс. То есть тут, значит, и этот монету, но не пистолеты. И сколько она заливает. В общем, тут можно, оказывается, эту жидкость. 4 литра, 2 литра, 1 литр. И сколько? Минус 12 жидкость. Тоже приятно, кстати. Залить омывающий бачок. 12. А сколько надо бросать? Ну, не знаю. Короче, сколько? А, 50 центов литр. Евро 2 литра. 2 евро 4 литра жидкости минус 12 по нашим зимам. Нормально. Ну, вот такие новости. Даже сам удивлен. Буду теперь тут иногда помываться. Все. Спасибо всем. Всем удачи, всем пока. Увидимся. И, кстати, самое долгое время. Самое долгое время здесь. Оказалось. У меня такая идея дурацкая возникла.
какой мойки. О, смотрите, Еврик. Это у нас. Сейчас идем. Это зеленая мойка. Ну, в общем, по названию я не помню. Сейчас тут посмотрим, сколько на Еврик. Две минуты 18 секунд. Ну, короче, мойка, которая с пеной тут розовой, да? Сейчас пойдем посмотрим, что у нас эта мойка. Мойка с розовой пеной на Еврик. Еврик. Минута 140 всего. Короче, аналогично. Мойка на Блау у меня тоже 140 секунд или где-то 60 с чем-то секунд, если 50 центов. А полная на Еврик 140.